Кто забыл, что такое качество, для тех и проводим дегустацию. От желающих продегустировать франкфуртские, крестьянские или пивные немецкие колбаски отбоя нет. Производитель уверен, залог успеха в качестве. Только мясо и специи, ничего лишнего. Если вы понимаете, что что-то у вас суховато, просто добавь воды, как вот в рекламе Юпи. Каждый квадратный метр Дон-Экспо-центра – скопление профессионалов. Мастер-классы начинающим кулинарам дают мэтры из разных регионов страны. Николай Сарычев демонстрирует высший кухонный пилотаж в городах, принимающих мундиаль. Только вернулся из Волгограда. Для гостей выставки готовят мусс из копченой трески. А поварам рекомендуют включать в меню своих ресторанов элементы донской кухни, которая и привлечет внимание, и запомнится иностранным гостям. Я всегда говорю, что, ребят, хорошо, да, мы все, вам не надоело катать эти роллы, вам не надоело крутить эту пиццу или пасту там эту, по-моему, уже хватит, вот здесь уже, должно поваров здесь быть, что и Волгоград, и Ростов, это Волга, это Дон, это рыба, опять же, большой упор на рыбу, различные, донская уха или там волгоградская. Большую часть экспозиции занимает выставка «Хорика Дон». Здесь демонстрируют новейшее кухонное оборудование, предлагают новые модели ресторанного гардероба, а специалисты индустрии гостеприимства обмениваются опытом. По мнению профессионалов, проблема донского общепита в нехватке квалифицированных кадров, а подобные выставки – возможность дать кулинарам толчок для роста и развития. Мы все стали искушенными потребителями. И именно эта площадка и определяет основные направления дальнейшего развития нашего общественного питания. В программе выставки первый чемпионат по пицце, конкурсы кондитеров и пекарей, чемпионат бариста, фестиваль вина и пива. Будут и традиционные поедания пирогов на скорость, ярмарка экологически чистых продуктов и их дегустации. На деловых площадках пройдут встречи бизнесменов и представителей власти. Это одно из мероприятий, которое является точкой притяжения предпринимателей в этой отрасли экономики. Гостиничного бизнеса, непосредственно гастрономии, ресторанного бизнеса, барного бизнеса. Все, что связано с этими отраслями. В этом году Ростов гостеприимный принимает больше 4000 рестораторов и ательеров, 80 компаний-участниц. Ожидается, что за 3 дня выставку посетят больше 10 тысяч человек. Галина Горлова, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону.